Привет, я вот хочу показать, какая вода у нас сегодня. Вообще ужас. Я вот в своих сапогах сегодня вот лазила, там все вот они у меня вот такие манюсенькие, вот. И в общем это с шерстяным носком мне нога не лезет. И вот я тоненьким носочком их одевала утром. У меня так замерзли ноги ужасно. Сейчас опять вот одела вот эти сапоги. Надо покупать сапоги срочно. Они у меня валялись, я их не носила, ну, потому что они вот на тоненький носочек лезут. У меня ужасно замерзли ноги. Вот, воду мы качаем. Оказывается, у нас дома был этот... как он? Вот такая вот у нас вода. Вот, я уже не знаю, что делать. Вон у меня две курточки там лежат. А здесь я уже вчера ночью, не ночью, вечером заносилась сюда. И вот у меня и лавочку сюда, и таз. И вот так вот все заносила. Вот здесь тоже вода. Козочка плохая совсем. Лежит. Двое суток ничего не кушает. Мы решили зарезать ее на мясо. Сейчас, в общем, муж пришел с работы, приехал. Сейчас мы ее будем резать, потому что она умрет. Все-таки там столько мяса. Мне, конечно, очень жалко, но ничего сделать нельзя. В общем, мы подключили насос. Оказывается, у нас дома был насос. Я почему-то думала, что он не работает. Вот. Вот так вот вода. Вот такая погода хорошая. У нас вот с огорода мало воды идет. У нас в основном вот от соседей. Вот столько воды вот оттуда. У нее выше там. У нее выходит весь огород выше намного. И вот вся вода идет сюда. И вот у меня вот тут все вот от нее идет. Ну, от нее и от нас немножко. Вот все затопило. Вот такая вот вода. Я уже и тазы везде накидала. И поставила, чтобы ходить в ведро. Ой, не знаю, вот так вот все. Вот. Ноги мои. Поставила насос. Там самое такое глубокое, по-моему, место, потому что здесь он не углубляется, насос. Здесь вот я пыталась и ломом вот долбила, потому что муж на работе был. Вот. Шланг вот этот черный. Ужасно. Весь дырявый, весь полопался. Но он такой старый-старый. Ну, что делать? Вот видите, что? Ну, вот так вот. А там зеленый такой шланг. Здесь очень скользко. Внизу лед. Внизу лед. И очень скользко. И вот кот вот этот приблудный вот кричит. Везде мокро. Уходить не уходит. Вот так вот. Я уже для курочек вот так поставила. Я уже и мешки сюда поставила с мусором. Положила. Вечером думаю. Ну, чтобы хоть немножко себе влагу. Вот у меня весь сарай плавает. Вот, ну, в общем... Козочку мы сейчас зарежем. Вот. Козочку мы сейчас зарежем, потому что она плохая. Вот. Ну, в общем, я сегодня все утро бегала с этой водой. Ой, не знала, что делать. Прям козы. И кот жалко, их не выпустишь сюда. Они мне тут все сожрут. У меня вот здесь вот и смородина, и там деревья молодые. Их никак нельзя сюда выпускать. Вот. Вот сюда мы сделали воду. Вот она качает, там она уйдет. Потом туда, там арык есть. За забором есть арык, она уйдет, и она туда-туда уйдет. Потому что по-другому вода не уйдет, она так и будет стоять. Вот. Ну, вот так потихоньку качаем. Что делать, даже не знаю. Вот так. У нас первый год так никогда мы так не плавали. Вот. Пиратик наш греется. Отвязался. Пока огорода нет, мы его уже думаем, ладно, пусть побегает. Я сегодня вот собирала уже мусор. Тут вот всякий
смотрю, валяется. Что валяется, хожу. А, думаю, что же хотела показать. И виноградник хотела показать. Я вот его укрывала на зиму. Вот. Вот здесь открыла веточки. А здесь не могу. Вот я тут расчистила. Вот это, этим палатом я не могу его поднять. Тут двумя руками надо или мужчин попросить. Вот так вот у нас виноград в таком виде. Открыла. А тут в мешке целлофановом. Пленки, вернее. Вот. Ну ничего так вроде так. Таких сильных попрелостей нету. Вот, ну посмотрим. На ночь буду прикрывать его. Потому что еще, может быть, будет холодно. Ну вот так вот тает вода. Здесь меньше воды. Вот там он, где этот. Воды много. Где теплицы тоже воды много. Вот. В общем, вот такое коротенькое видео сегодня. Не знаю, может пойти еще показать это. Рассаду свою. У меня баклажанчики большие такие стали. Сейчас, наверное, покажу. Вот у меня такие вот баклажанчики. Достаточно большие. Вот. Вот такие вот надо полить. Уже подсохло. Я их сильно не заливаю, чтобы они у меня это подсыхали. Потом я их поливаю. Я их прыскала даже. Вот такие вот большие баклажанчики у меня. Есть вот поменьше, это которые я уже позже сажала. А так в основном вот такие вот большие. Вот. Баклажанчики хорошие. Ничего не скажу. Вот. Вот такой у меня помидор один большой. Я его, он у меня вылез вместе с этими. С баклажан тоже вот надо полить. Уже вот цветочки, по-моему, тут будут. Вот. В общем, и здесь вот такие вот маленькие баклажанчики и помидоры. Вот помидор у меня вот еще такие. Вот он хорошенький такой, вот толстенький. Такие не переросли, нормально. Ну, еще месяц. Вот, вот здесь я листик даже сломала нечаянно. Вот, ну, в общем, вот такие вот помидорки неплохие. Здесь вот у меня, ну, вот эти вот, эти баклажанчики я там. У меня просили, вот. Вот такие вот помидорки, вот они у меня здесь. Я их сюда сажала, уже пикировала. И вот здесь у меня помидорки вот стоят. Вот такие вот помидорки тоже. Ну, помидорки маленькие. Больших у меня очень мало, почти нету. Ну, ничего, еще за месяц хорошо, они не будут переросшие. Вот. Здесь вот на окошке у меня тоже вот помидорки такие. Вот. Они такие вроде высокие, но не толстенькие, тоненькие совсем. Вот, и у меня, я, значит, что хотела еще показать. У меня, значит, перец ест, не знаю, что-то кушает, в общем, как какое-то насекомое. И вот верхушечку съела, вот вы знаете, вот она пошла из пазухов расти. Я, вы знаете, даже прыскала этим карбофусом. Я развела карбофус и один раз попрыскала. Вы знаете, вот скручиваются вот листики. Вот тли вроде бы не видно. А вот листики совсем вот они скручиваются и пропадают. Как показать? Вот видите, листик вот такой. И все, и не растет. И вот у меня очень много вот таких перчиков пропащих. Вот, верхушечки нету. Это совсем остановился в росте. Верхушечки нету. Я один раз попрыскала. Вот, ну вот здесь есть и хорошие тоже. Вот здесь есть хорошие. Вот прям. Пришлось прыскать карбофусом. Я развела карбофус и прыскала, потому что другого выхода нет. У меня так пропал бы весь перец. Вот здесь, вот видите? Вот, ничего нету. Вот так вот у меня какое-то насекомое. Вот и даже не видно, что это за насекомое. Но вот так вот скручиваются, значит, листики. А тли не видно. Если бы была тля видно, нету. Вот тли не видно.
пришлось прыскать. Вот попрыскал, вроде некоторые кустики нормально стали. Вот здесь у меня стоит, вот я немножко посадила брокколи. Уже вот можно было бы в тепличку высадить, но там у меня вода. Вот так у меня корневой сельдерей вырос. Вот. Здесь перец черный. Ой, черный. Перец горький посадила. А здесь вот немножко осталось, я не пропикировала. Пекинская капуста, вот ее надо пикировать. Так, в общем, вот эти цветы, это портулак, по-моему, вот совсем у меня. Они повытянулись, я их поздно пикировала. В общем, не знаю, что с ними делать. Вот с этими перчиками у меня та же самая история. Вот. 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 В общем, не знаю, что, может быть, пазухов пойдет. Вот, пришлось прыскать карбофосом. Вот. Вот здесь хорошие. Вот. Ну, в общем, вот так у меня кто-то кушал перчик мой. Здесь у меня тоже сельдерей. А вот эти помидорки, они какие-то совсем вот как-то другие. И какие-то вот прям, я не знаю, то ли они... Они какие-то сиреневые, какие-то прям непонятно что. Почему так, я даже не знаю. Вот, ну, вот такие вот помидорки у меня. Я бы не сказала, что они хорошие. Ну, может быть, они вырастут еще. Еще целый месяц, но я думаю, помидорки у меня вырастут. Вот это пекинская капуста. У меня вот я так ее пропикировала. Вот она большая, хорошая. Вот. Это у меня перчик, который остался. Тоже надо несколько штук пропикировать. И здесь у меня вот такие перчики. Но вот на этом окне у меня вроде так перчик неплохой. В общем, вот. Вот такой вот большой. Вот такой вот хороший, неплохой. И здесь вот у меня перчик. Вот он поворачивается все время туда, к солнышку. Ну, тоже я бы не сказала, что он плохой. Здесь вот на этом окошке у меня так неплохой перчик. Вот. Ну, в общем, вот так вот. Вот. А здесь у меня вот помидорки. Пикировать надо. Но что-то они такие не очень-то хорошие какие-то, не очень-то веселенькие. Может быть, тоже его... Да, наверное, тоже что-то кушает их. Прям не знаю, что за животное, что за существо такое. В общем, это у меня петунья здесь. Вот. Вот эту петунью я вот не пикировала. Я уже думаю, если что, я ее буду прям высаживать отсюда сразу. А это вот у меня пикировано, и что-то мне так жалко прищипывать. Вот. Ну, в общем, чуть-чуть погодя, я прищиплю. Вот это у меня тут помидорка стоит, и перчик один стоит. Вот. Каюлечка лежит, отдыхает. Покушала. Ну ладно, всем пока-пока. У нас сегодня вот такое солнышко на улице. Вон столько голубей сидят. Не знаю, видно, нет. Вот они сидят. Дикие голуби. Вот все время летают у всех. Вот. Ну ладно, пока.